на днях, перебирая свой фотоархив, я обнаружила несколько фотографий, которые были сделаны ровно год назад. Тогда мы еще жили в Сочи, и мы гуляли с мужем по сочинскому дендрарию. Ну и там была такая коротенькая фотосессия, как я иду по дорожке, немножко дурачусь, муж меня снимает быстрой съемкой. И вот когда я обнаружила эти фотографии годичной давности, честно говоря, мне показалось, что это вообще не я. Та женщина, которая была на этих смешанных снимках, она была настолько не соответствует моему сегодняшнему образу и моему сегодняшнему представлению о себе, что мне пришла в голову мысль сделать еще одну фотосессию сегодняшнюю и сделать такое, ну, как бы сравнение. Показать вам для сравнения, какая я была ровно год назад, весной 2016-го, и что со мной стало сейчас, весной 2017 года. Посмотрите, пожалуйста, вот эти кадры. Сначала я пущу сегодняшние кадры этого года, а вслед за ними вы посмотрите на меня год назад. И после этого я покажу вам еще кое-что. Ну, каковы ваши впечатления? Не знаю, как вы, но я нахожусь под впечатлением. Вообще, мне, с одной стороны, смешно, с другой стороны, немножечко грустно, что вот как-то так был такой период в моей жизни, когда я себя как-то ощущала вообще не тем человеком, которым я, по сути, являюсь. Я, по сути, являюсь очень активным человеком, легким на подъем, а вот год назад... Там ни о каком легком подъеме вообще не было и речи. Но знаете, что я хочу вам сказать самое главное? Я сейчас хочу даже говорить не о внешнем виде, а о том, что происходило у меня внутри. Понимаете, когда я увидела вот эту женщину, да, с таким с тяжелыми такими внешними данными, я очень четко вспомнила свое внутреннее состояние, которое у меня было год назад. И мне пришла на ум вот такая поговорка, как говорят, к хорошему привыкаешь быстро. Вот действительно, я настолько привыкла к сегодняшнему своему хорошему физическому состоянию. Ну, я не говорю о внешности, это чисто субъективный фактор. Я говорю о своем физиологическом ощущении, насколько я сейчас хорошо себя чувствую, о том, что я просыпаюсь каждое утро, и я полна сил и энергии, у меня ничего не болит. И я совсем забыла, что еще год назад у меня не было ни сил, ни энергии, у меня был вообще полнейший упадок, мне было тяжело передвигаться по этой жизни. И вот сейчас я задаю себе вопрос. Интересно, что было бы со мной, если бы я тогда не узнала об этой методике очищения, если бы я не занялась вплотную своим оздоровлением. Мне интересно, что было бы со мной сегодня? Скорее всего, на этот вопрос я ответа не найду, потому что если бы докабы, во рту росли грибы.
Но недавно мне в личное сообщение девушка одна написала, что она очень хочет заняться очищением Паганян, но не хватает у нее решимости, не хватает смелости, она очень боится, переживает. В общем, у нее не поднимаются руки, хотя она уже все закупила, но у нее никак не поднимаются руки, чтобы это все начать готовить и начать очищаться. И тогда я прислала ей два фото. Одно из прошлогодней своей сессии и одно из сегодняшней. И вы знаете, когда она посмотрела на эти два фото, и плюс я еще описала ей свое физическое состояние на сегодняшний момент, в отличие от прошлогоднего, когда девушка увидела эту разницу, она сказала: «Все, завтра я начинаю очищаться». Такая коротенькая история. И в заключение еще посмотрите два фрагмента. На одном видео муж записывал, как я бегу по берегу моря, и на другом, это было в прошлом году, то есть весной 2016-го, и на другом видео, как я бегу по лугу уже весной 2017-го. Просто для сравнения посмотрите. Говорят, что я стала тоще и что мне это не идет. Знаете, из двух зол я выбираю меньшее. Пусть я буду лучше тощая, но при этом у меня будет полно сил и энергии, нежели я буду в теле, но при этом у меня не будет никакой физической силы для того, чтобы жить так, как я хочу.